Я всех приветствую. Сегодня дождя нет, как в прошлый раз. Продолжу прошлую серию. Буду искать спуски катеров и лодок немецких. Они были и 100, и 200, и 300 лет назад. Попробую все-таки найти я это место и что-то там поискать. Буду ходить сегодня долго. Да, купил наконец-таки себе наушники. Раньше я ходил с обыкновенными затычками, с переходником. Но я хочу сразу вам сказать, наушники и затычка – это две разные вещи. Дело в том, что с ним очень удобно искать мелкие цели на большой глубине и очень хорошо сходить с георежимом, потому что рядом море, шум отвлекает, а в них ходишь как в скафандре, все хорошо слышно и хорошо распознавать цели. Именно в наушниках. Без наушников ходить просто вам не рекомендую. Сейчас прошелся на коленнике обязательно. Сейчас прошелся по некоторым местам, по своим старым. Большое количество ям. Народ бессовестно копает. За собой ничего не закапывает. Это жуть, конечно. Так что похожу. Пока здесь народа еще не было. Народ это еще не прознал, что все-таки на море могут швартоваться катера, лодки, яхты. Иначе бы здесь уже все тоже было перекопано. Но я аккуратненько сегодня пройду. Сегодня обещаю до плюс 15. А, да, сегодня 3 апреля. Побережье Калининградской области. Будет опять дюны, немного леса и пляж, как всегда. В принципе, у меня получается что-то существенное, какая-то находка раз в 3 захода. Ну, редко когда через раз попадается. Ну, так как в прошлый раз я что-то нашел под дождем, в этот раз я, конечно, ни на что такое не рассчитываю, но ходить буду. Сейчас где-то получается 11 часов утра, но до 20 вечера я похожу. То есть у меня уйдет часов 9 на все. Буду ходить много. Если что-нибудь будет интересно, я покажу, конечно, какие-нибудь цели, звуки, определения. Если что-то на я иду серьезное, я вам покажу обязательно. Вот такие цели на сегодня. Так, ходить я сегодня буду с ДД-катушкой. Потому что в прошлый раз еще песок остался. С ДД-катушкой, потому что здесь очень много песчаного наноса. Вместе с наушниками и с георежимом. Если таких вот не будет, больших металлических примесей в земле, похожу с георежимом, такие места подозрительные для меня. И с ДД-катушкой. Она, в принципе, видит немного лучше, чем моно. В смысле, что и охват больше. Ну, может быть, и с моно-катушкой похожу, если какие-то замусоренные места будут. Все, собираюсь. Одеваюсь и в путь. Не буду терять время. Сегодня обещают до плюс 15 градусов. Что-то я не подумавший тепло оделся. Но придется раздеваться. Все, начинаю работать. Поменял катушку на моно высокочастотную. Первый сигнал. Железо. Ну все, начали сегодняшний день спуска железа. Мне было замечание насчет видео. Мастерил вот такой штатив. Старая лопата. Переходник от сломанного штатива. Здесь я нашел пули. Много пуль. Осколки от гранат. Они сюда попадали, сюда отстрел велся. Здесь холм. За холмом туда прятался. Вел оборонительные бои. И здесь тоже отстрел велся где-то с того района. Здесь свежие посадки.
Сейчас буду осматривать весь этот район. Тут у меня выскочило 12. Сейчас буду смотреть. В общем, буду показывать только интересные моменты. Хотел найти одно, нашел другое. Буду осматривать. Пока доберешься до сути, столько всего из земли достанешь. Алюминиевая проволока, наш тык, глубина сантиметров 20-30. Железо, что-то очень большое или много. Достаточно глубоковато. Сейчас будем смотреть дальше. Самому уже интересно. Глубина больше, чем на штык. Монокатушка берет так далеко, глубоко, сантиметров на 30. Будем смотреть. Что-то я сразу не додумался, не догадался. Это обыкновенный кабель. Куда он уйдет и откуда, я не знаю. Значит, трогать его не будем. Проложен он был, наверное, лет 20 назад, потому что сверху уже растут деревья. Все, закапываю и иду дальше. Перерыв 5 минут, может 10. Пойду дальше. Хорошо, хоть клещей здесь нет. Такая вот работа вольного копателя, извлекателя железа из земли. Ходишь, ищешь, ищешь что-то. Натыкаешься на всякую ерунду. Так, сейчас пройду по лесу здесь. Лесок такой хороший, сухой. Если ничего не найду такого, чтобы выйти на тропинку, которая шла к морю, по которой рыбаки ходили, буду выходить уже непосредственно в дюны, там попроще. Буду уже что-то там смотреть, потому что должно быть. Может, на карте есть? Не могу зацепиться. В принципе, зацепка есть, но как-то не получается, чтобы выйти на нее. Такие вот дела. Погода хорошая сегодня. Сменил катушку на моно, потому что здесь и веток много. В принципе, глубина небольшая. Даже вот увидели практически вот такую глубину. Вот это вот. Сейчас я покажу. Пойнтер мой. Так, сколько здесь у нас? 20. 20. 40, ну, сантиметров на 50. Вот в земле монокатушку увидела кабель с металлической оплеткой. Кабель, скорее всего, не рабочий, потому что сверху посажены деревья. Хотя кабель в хорошем состоянии. Да ну ладно, пластик и пластик. Сразу не определил. Стал копать дальше. Ну все, сейчас передохну и пойду дальше. Пройду лесом, как я повторил. Повторюсь, выйду уже на дюны и дальше на море. Посмотрим, что там. Нашел я эту тропинку, по которой ходили рыбаки. Она вся поросла. Тут получается слева дюны и справа дюны. И вот здесь вот, если присмотреться за деревьями, вытоптанная дорожка. Протоптанная, очень хорошо протоптанная. Сейчас покажу в сторону моря. Вот тут дерево. И вот пошли дюны наверх. И вот она идет, эта тропинка. Вот она идет, идет и наверх. Вот сейчас здесь я и поработаю сегодня. Часа полтора я ее искал. Недостаток в том, что все здесь загажено цивилизацией, мусором, пробками.
Ну что, буду искать. Другого выхода у меня нет, раз уж нашел. На сегодня все. Итого, в сухом остатке несколько монет. Десюнчики, российские, советские. В общем, мелочевка. На пляже она всегда присутствует. Как всегда, пробки водочные, куда без них. Пряжка времен войны металлическая. Далее крепление неизвестно, скорее всего, какой-нибудь карабина медная. Так, крепление от ремешка, скорее всего, какого-нибудь противогаза для подтягивания. Пуля чуть не упала. Так, очень много алюминиевой проволоки, очень много, ну и прочего всякого. Так, результат. Что сегодня? Как я и говорил, в прошлый раз у меня был удачный, рыжика поднял, в этот раз заход был пустой. Ну, пустой, не совсем пустой. Я нашел тропинку, которая вела к берегу, по которой рыбаки немецкие ходили к себе на причал. Ну, она оказалась немного замусорена. Ну, по крайней мере, теперь знаю, где она есть. То есть полигон у меня уже определен очередной, будет куда ходить. Если некуда будет, буду ходить потихонечку, подчищать его. Он где-то длиной метров, эта тропинка, этот коридор, где-то ну, метров, наверное, 300. Так что ходить буду. Так что я уже знаю на побережье два спуска на воду. Буду потихонечку, когда буду в этих краях, буду их обхаживать. Если что найду, я покажу вам. Так, сейчас я сворачиваюсь. Ну, бывает, что ничего не бывает. Бывает по-разному. Почему я это все рассказываю? Это в основном для тех, кто хочет купить металлодетектор. Когда вы захотите себе его купить, вы себя спросите, а нужен ли он мне вообще? Игрушка достаточно дорогая. Если даже вот посчитать, это время, потраченное на поиски, потратить на благое дело, то даже можно неплохо зарабатывать. Ну, металлопоиск лично для меня это отдых. Я человек не пьющий, не курящий, пить не приучен, извините. Поэтому вот отдыхаю таким вот образом. Особенно летом, особенно на пляже, особенно на море. Совмещаю приятное с полезным. Даже на что-то что-то иногда даже и нахожу. Что тоже приятно. В общем, пока так. Следующее видео будет через неделю. Я буду стараться выставлять одно видео в неделю. Ну, так получилось, что сегодня часов 7 отходил холостую. Так, ну, что сегодня могу еще сказать? Сегодня, я же повторюсь, 3 апреля. Калининградское побережье. Сегодня народ уже выезжал загорать. Загорал народ в дюнах. То есть как делают? Берется спиненный полистирол, приблизительно вот такой вот он в производственных магазинах. Лист 3 метра, укладывается в дюнах, как в линзе, как в лунке. И народ там потихонечку загорает. Вот достаточно сегодня было тепло, до 15 градусов. Я вот весь разделся, даже хотелось свитер и кофту снять. Но побоялся, что все-таки продует. Хожу поверху, хожу по морю. Море, правда, еще холодное. Ну, один уже человек купался изрядно. Так, хорошо уже искупался. Очень много людей, очень много семьи. То есть народ потянулся на море. Все, всем спасибо. Смотрите следующее видео. Будет через неделю. Из серии «Малые города России». Этот дом я помню в 1986 года. Первый раз за это время ему делают капитальный ремонт. Дом постройки 30-х годов прошлого столетия. Дом немецкий, двухэтажный. Что-то в этой жизни меняется к лучшему.